Я не полем, не лесом хожу. Я иду по аптеке, не спеша разбираюсь в ее травяной картотеке. Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы поговорим об одуванчике. Одуванчик принадлежит к роду многолетних травянистых растений семейства астровые. Корень ветвистый, стержневой. Листья голые, перисто надрезанные. Цветы ярко-желтые. Все части растения содержат густой млечный сок. Холецистит, гепатит, панкреатит, хронический гипоацидный гастрит, болезни суставов – все это лечит одуванчик. Одуванчик – это многолетнее растение, очень распространенное в средней полосе. Растет оно повсюду, в полях, в городе, растет особенно на газонах. И, конечно, растет на огородах, как сорняк. Одуванчик интересен чем? Он нам интересен и как полезное лекарственное растение, и полезен нам как пищевое растение. Корни одуванчика используются как кофе-суррогат, а листья используются как салат, а цветы одуванчика используются для приготовления меда. В Японии, например, одуванчик считается огородное растение, и его культивируют на грядках, потому что японцы очень ценят одуванчик. У нас он не находит культурного применения, но он растет очень хорошо, как сорняк, везде и всюду, и на огородах. И мне бывает очень жаль, когда я осенью иду и вижу, как отличные, хорошие, сочные, огромные корни одуванчика выброшены на дорогу. Это просто расточительство лекарственного сырья со стороны огородников. Итак, мы собираем в данный момент листья. Потому что корни нам не интересны, мы их собираем осенью или ранней весной. Цветы, вот сейчас одуванчик цветет уже по второму разу. Вот он. Он в мае обильное цветение, а уже в августе, в конце августа, в сентябре он может еще второй раз цвести, но уже более скромно. Вот здесь такой у нас один цветочек. Но зато очень хорошие пышные листья, которые мы и собираем. Листья используются в сухом виде, как лекарственное сырье, а в свежем виде листья используются для салатов. Вот. Здесь мы собираем для сушки, заготовляем очень хорошие листочки, сочные, молодые, потому что уже они были скошены. Это уже следующая поросль листьев, которые мы и заготовляем как лекарственное сырье, которое идет как желчегонные в сборы. Розетки листьев собираем верхушки в хорошую, в такую солнечную сухую погоду. Собрали и отправляемся на сушку. Собирать надо в сухую солнечную погоду лучше в первой половине дня до 16 часов. Ножницами срезать зеленые листья можно с цветами. Сбором одуванчика можно заниматься в течение всего лета. Итак, мы собрали листья одуванчика и приступаем к их заготовке и разделке. Прок. Одуванчик не только лекарственное растение, но и пищевое растение. Листья одуванчика, особенно весной, когда недостаток витаминов, широко используются в салатах. Для этого свежие молодые листочки нужно собрать, залить их соленой водой часа на 3, теплый. Выйдет вся горечь, и тогда листья готовы для салата. Еще, значит, пищевое значение готовят мед из одуванчиков. Цветы одуванчика собирают и готовят цветочный такой мед одуванчиковый. Но самый ценный, конечно, у одуванчика – это корень.
Корни собирают осенью и ранней весной, когда только появилась розетка листьев и даже не появился еще бутон цветка. Тогда нужно выкапывать корни. Когда уже появились бутоны, тогда уже корень свою силу отдал цветущему бутону. Вот тогда собирать одуванчик не нужно. Еще очень интересное свойство одуванчика. Вот если вы идете где-нибудь в походе, устали, нету сил, возьмите 2-3 стебелька одуванчика, стебли, именно стебли цветоножек, и пожуйте их. И у вас прибавится силы. Прожеванные стебли можно выплюнуть. Вот, и идти дальше. Через некоторое время у вас появится прилив сил. Так что вот используйте, работая на огороде, подустали, но надо что-то еще доделать. Подойдите к одуванчику, возьмите 2 стебелька и прожуйте. Это будет хорошо и для поджелудочной железы, и для печени, и для восполнения ослабленных сил. Так что одуванчик мы заготовляем не только корни для лечебных целей, но идут и листья. Листья идут в сборы. Одуванчик как горечь используется для повышения аппетита. Он хорошее желчегонное действие оказывает, поэтому улучшает работу желчного пузыря. При заболеваниях печени, хронические гепатиты, при анацидных гастритах, при панкреатите. Используется одуванчик при заболеваниях мочевого пузыря и используется в гинекологии, потому что он обладает неплохим кровоостанавливающим действием. И поэтому одуванчик нужно всегда заготовлять впрок, но чаще всего и больше всего он используется при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Ведь посмотрите, весной в наших парках и скверах, и на газонах сплошь и рядом растут одуванчики. Почему? Да потому что люди, 90% населения, в той или иной степени имеют проблемы заболевания желудочно-кишечного тракта. А наши растения идут вслед за нами. Они нам как бы подсказывают и предлагают себя: используйте нас для своего оздоровления. Поэтому вокруг нас растут те растения от тех болезней, которыми мы болеем. Итак, листочки одуванчика мы заготовили, расстелили их на газетке ровным тонким слоем. Не забываем периодически их переворачивать и отправляем сушиться в темное проветриваемое помещение. Листья сохнут быстро. Если благоприятная теплая погода, то за 3-4 дня они высохнут. Собираем полотняные мешочки и оставляем на хранение. Измельчать траву надо с помощью ножа до размера обычных чаинок. Порезанный одуванчик ровным тонким слоем разложить на газете. Сушить без доступа солнца в проветриваемом помещении. Высушенную траву хранить в мешочках из полотна. Итак, мы собрали одуванчик, порезали его и отправили сушиться впрок. Но если у нас случился холецистит, обострение, мы можем приготовить лекарство из свежей травы. Собрать листья одуванчика, а также их порезать мелко и заварить крутым кипятком из расчета 2 столовые ложки на стакан воды. Берем сосуд, засыпаем 2 столовые ложки. Вода у нас уже скоро закипит. Вот, 2 столовые ложки травы. Берем стакан, отмеряем. Наливаем крутой кипяток и делаем завар этой травки. Закрываем крышкой,
сверху берем полотенце, чтобы лучше настаивался, и оставляем на 20 минут настаиваться. Корень, настоянный на масле, используется при ожогах. Корень одуванчика можно также отваривать для лечебных целей при холецистите и гепатите. Он улучшает выделение желчи и улучшает функцию восстановления клеток печени. Итак, у нас готов настой одуванчика. Мы его процеживаем. Берем стакан, ситечко. И процеживаем готовый настой к употреблению. Такой настой употреблять лучше в теплом виде. Вот, по третьей или по четверти стакана, поскольку это не ядовитое растение, большой точной дозировки не требуется. При обострении холецистита употребляем 4 раза в день в теплом виде до еды за 10 минут. Для приготовления лекарства можно использовать и свежую траву. Соотношение 2 столовые ложки на стакан кипятка. Заваривать, как обычный чай, в течение 20 минут. Затем настой процедить через сито, после чего он готов к употреблению. Принимать при холецистите по 1/4 стакана 4 раза в день до еды. Кроме медицины, одуванчик используют и в кулинарии. Из него готовят салаты и борщи, вино и варенье. А из раскрывшихся бутонов готовят одуванчиковый мед. Одуванчик. Всем известный, очень распространенный цветок одуванчик. Но он обладает очень многими целебными и полезными свойствами. Помните, у вас под ногами ваша личная аптека. Не ленитесь, используйте его во благо себе. С вами была Вера Хрусталева. До свидания, до новых встреч. Увидимся на телеканале «Загородный».